Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим кильку в томате, неразделанная, черноморская. Так. Сразу видим 240 грамм. Состав. Так. Килька черноморская, неразделанная, в томатном соусе. Продукт стерилизован и готов к употреблению. Состав. Неразделанная килька черноморская, не менее 51%, хамса, тюлька, томатный соус, вода питьевая, томатная паста, сахар, масло подсолнечное, рафинированная мука, соль поваренная, регулятор кислотности, кислота, уксусная, перец душистый, черный перец, кориандр, гвоздика, лавровый лист. Да, состав большой. Ну, посмотрим, как это все выглядит. Ой. Угу. Ну, что-то она мелковатая, сказала бы. И цвет не особо красный. Больше на тюльку похоже, на анчоус, тюльку, маленькую рыбку. Вот такая. Сейчас попробую по вкусу. Ну, по вкусу вроде так ничего. Килька есть килька.